всякие лозунги. В чем здесь вранье, расскажите, вот как вы считаете, в чем здесь вранье? Во всем вранье. Ну, например... Все это не ответ. Ну, только не нужно мне совсем лицо вот это вот. Все это не ответ, вы можете конкретно сказать? Ну, вот, например, stop US intervention in Ukraine, это ж абсурд вообще. А что, разве... Соединенные Штаты не заплатили 5 миллиардов долларов на развитие так называемой демократии на Украине? Я не знаю, о чем вы говорите. Это говорила Виктория Нюланд. Она говорила об этом официально, это есть ее заявление. Что значит на развитие демократии? Смотри, интервеншн, это то, что Россия сделала в Крыму. Вот это интервеншн. А говорить про какое-то абстрактное там американское счастье, ну это смешно вообще. А разве Джо Байден не сидел в президентском кресле, когда он приехал на Украину? Он не сидел в президентском кресле, он сидел в парламенте. Сидел в Украине. Так это не президентское кресло, это парламент Украины, во-первых. Он был в парламенте Украины на встрече. Ну, понимаете, это все-таки какие-то эстетические штучки цепляетесь. Может вообще. Быть, но в каком-то смысле мне видится украинское правительство сейчас как марионетки Соединенных Штатов. Нет, это не так. Я, конечно, понимаю, что вы, может быть, так не считаете. Я так не считаю. Может, я считаю, что у нас лучшее в истории независимой Украины правительство. Лучшее. А лучшим правительством вы считаете то правительство, которое бомбит мирное население Донбасса? Нет, но наше правительство не бомбит мирное население Донбасса. Нет, ну как же, есть же убитые дети, разбитые дома, да, это разрушенные вот, дома, да. Употребление фосфорных мин, употребление кассетных бомб. Ну, про фосфорных мин, это такая, про кассетные бомбы, это такая urban legend, в которой вообще никакого доказательства нету. И, понимаете, войну... Вы считаете, что вы говорите, что нет доказательств? Я же говорю, войну на Донбасс принесли российские наемники. Какие российские и российская наемники? Пропаганда. Не объяснение. Гиркин, Бородай и другие. Но это два человека. Там, да, может быть, там есть русские добровольцы, но при этом все... Что значит добровольцы? Это незаконные вооруженные формирования, террористы. Все западные журналисты, которые там были, передают, что... Что передают? Большая часть... А кто... Подождите, за... Что это... Они взяли что в заложники наблюдательную миссию ОБСЕ. Но при этом наблюдательная миссия ОБСЕ тоже имеет такое мнение, что это местное население. Что значит имеет мнение, если взяли в заложники их наблюдателей? Ну как это вообще? Какое есть оправдание взять в заложники людей? Какое есть оправдание? Ну вы что, считаете, что современное украинское правительство не берет никого в заложники? Нет. Современные а что значит, а что значит правительство берет в заложники? Правительство не может брать в заложники. Те, кто пришел в власти, да? Ну и что? Ну... Насколько я понимаю, вы считаете, что нынешнее правительство на Украине законно? Конечно, да. А каким образом оно законно? Потому что оно сформировано в соответствии с Конституцией. С какой Конституцией? С той, которая действовала на момент его формирования. Я не очень понимаю, а какая Конституция действовала на момент его формирования? Конституция 2004 года или... Она на самом деле Конституция 2005 года. Но вы понимаете, что в тот момент не было произведено импичмента нормального. И в Конституции ой, знаете, это такое исполняющие обязанности президента тоже не прописан. На самом деле, так как это выглядит, это просто военный куб. А при чем здесь исполняющий обязанности? Вопрос не в исполняющем обязанности, вопрос в том, что правительство формирует парламент. А парламент был избран еще в 2012 году. Может быть, но ведь на парламент оказывалось давление, и было кнопкодавство, где многие голосовали за многих других. Это такое смешное крючкотворство. Это не крючкотворство, на парламент оказывалось давление. На парламент оказывалось давление Януковичем, когда законы 16 января принимались. Смотрите, то, что вы говорите, знаете, это такое лицемерие. Я знаю, какие законы на Западе. И не надо сравнивать, потому что это вообще такое лицемерие. Циничное вранье с вашей стороны. Какое вранье? О чем я вру? О том, что когда голосовали в парламенте, многие депутаты нажимали на больше кнопок, чем у них рук. Так это все, это в украинском парламенте происходило, и происходит одно нарушение. Это нехорошо, я не оправдываю. Я не оправдываю. Это самое лучшее и самое законное. А вы считаете, что на многих депутатов, вы знаете, что на многих депутатов оказывалось давление, что их угрожали жизни их родственников? Я не знаю, они могут обратиться в Генеральную прокуратуру. Я сейчас буду, знаете, вас троллить точно так же, как в таком ракурсе, как российская власть выступает. Они могут обратиться в Генеральную прокуратуру, если на них оказывается давление. Но вы же понимаете, что сейчас обращаться будем... Ну вы же понимаете, что в России обращаться... Мы говорим про Украину. Ну, а я хочу говорить про Россию.